У ставропольцев остаются считанные дни, чтобы полюбоваться ярко-желтыми полями. В крае завершается уборка рапса. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, обработано 80% площади. Аграрии собрали 90 тысяч тонн семян, и это уже больше, чем в прошлом году. Тогда урожай за весь сезон составил 77 тысяч тонн. Рапсовое масло применяют и в кулинарии, и в медицине, и в промышленности. А еще эта культура оздоравливает почву. Если на бывшем рапсовом поле посадить пшеницу или ячмень, урожайность повысится. В Изобильнинском округе капитально ремонтируют магистральный водовод. Он питает 4 населенных пункта, где живут в общей сложности 14 тысяч человек. Это поселок Рыздвяный, станица Рождественская, село Московское и хутор Спорный. Трубы обновят впервые за почти 40 лет. Специалисты заменят около 3 километров коммуникаций. На эти работы с краевого бюджета выделили примерно 17 миллионов рублей. В Ессентуках укладывают тротуары на улице Островского. Одна из старейших в городе, она расположена в самом сердце курорта и ведет сразу к нескольким санаториям. Последний раз ремонт там проводили в конце 80-х. Теперь рабочие проложили ровные дорожки для пешеходов. Скоро поменяют асфальт и установят бордюры. На модернизацию дорог Ессентуки в этом году получили 45 миллионов рублей. Ремонт образовательных учреждений на Ставрополье продолжается. Работы сейчас идут в школе номер 11 в селе Юца. Там уже привели в порядок кровлю, фасад и коммуникации. Реконструкция проходит в рамках реализации краевой госпрограммы развития образования. Отметим, что на сегодняшний день в учреждении обучается около 400 детей. В Грачевском районе заканчивают ремонтировать два участка дороги между селом Старомарьевка и хутором Кизиловым. Рабочие уже уложили верхний слой покрытия и теперь обустраивают обочины. В начале и конце маршрута появятся остановочные пункты с искусственным освещением. 70 миллионов рублей на ремонт этой трассы выделены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».